И начинаем с федеральных событий. Библиотечный Чернобыль. Именно так специалисты называют пожар в крупнейшей в мире библиотеке Института научной информации по общественным наукам в Москве. Начался он еще в ночь с 30 на 31 января, но потушить его удалось только сегодня. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание. А вот последствия пока сложно оценить. Предварительно из 10 миллионов единиц хранения пострадало минимум 1,5 миллиона. Это документы на древних, восточных, европейских и русских языках, дореволюционные издания, полные собрания документов Лиги наций, ООН и ЮНЕСКО, парламентские отчеты США, Англии, Италии, часть книг Готской библиотеки, вывезенной из Германии в 45-м, и одна из крупнейших в России коллекций книг на славянских языках. Как пишет издание СНОП, пожара можно было бы избежать, пример руководства института, меры по ликвидации нарушений требований пожарной безопасности. Последняя проверка прошла там в марте прошлого года. Были выявлены нарушения. Учреждение оштрафовано на 70 тысяч рублей. Недостатки необходимо было устранить до 30 января. Не успели. 30 января начался пожар.